было так. Посмотрим, как станет. Там еще где-то люди пели. Покажи вот. Шли пели просто. Там летишь далеко. Я вот на этот смотрю. Ага. Специально вот продуманы, чтобы давки не было. Ну, выключай пока. Мы решили цветочки, чтобы были. Вот так. Красота такая получается. Ага. Вот такая красота у меня получилась. Очень красиво. На самом деле я снимала маленькие кусочки, потому что в комнате нас, мы были не вдвоем, а нас было на самом деле 5 человек, поэтому приходилось всем замирать, чтобы снять. Красиво, конечно, получилось, очень нежненько. А то осень мне уже самой поднадоела, на деревьях уже опали все листики, и пора было и мне поменять. Летают, сверкая, солнце играя, греет меня. Брызги с листа тихо стекают, сияние давая. Чудеса собой поражают, меня удивляет мудрость твоя, нежность добра. Спасибо. Нас тут и накормили, и напоили, и мы песни слушали. Давайте я вам покажу цветы Катины. Раз уж мы попали в гости. У кого есть такой мастер по маникюру, который так о вас будет заботиться? У меня есть. Катя, можно я у тебя цветочки покажу? Можно. У нее еще есть кошка и хомяк. Смотрите, какая красота. Сейчас я поближе покажу вам, какие. Вот. Вон какие. Это еще не все. Я не дотянусь просто никак. Все цветут. О, Рио проснулся. Сейчас мы Рио посмотрим. Так. Рио, это наш Хаома. Вот. Уйди. Еще никак не поймет с просонок. Сейчас потягушай.
за щечку. Мало? Да, мало. Мало, давай еще. У нас вторая щечка есть. Сухофрукт. Много говорила. Смотри, как тихает. Столкал, смотри, все, за щекой. Давай все впрок. Смотри, он все заодно, он знает, что еще на вторую щеку надо оставить. Все заодно. Какой практичный, молодец. Не, за вторую пошло. Запасливый парень. Давай, говорит, не скупись. Еще места, говорит, много. Какой хорошенький. Он молодой еще, Катя? Да, недавно взяли. 2-3 месяца. Вот он совсем молоденький парень-то у нас. Красивый. Все, ну, все, ужин. Пошел. Такие лапки классные. Ну, это у него какие лапки. Паша хочет ему домик сделать деревянный. Это у хомяка аллергия на все. Опилки не можем давать, потому что чихает очень сильно. И бумагу тоже вымыли, потому что тоже чихает. Он сейчас, кстати, закидывается. Вот 2 дня он у нас без всего, без подстилок. Хомяк аллергик. Это он в тебя. У нас Катя аллергик. И Хома в нее. Это он прячет там все? Да. Вот он оторвал бумажку, которую мы ему оставили, и закапывает в нее. Завтра Паша будет колотить ему дом. Правильно, деревянный надо. Сейчас вам покажу еще одного жителя. Вот. Это Сонечка. Соня! Которая задремала. Проснется, да. Когда Рио в шарике бегает по полу, он врезается в Соню, это очень потешно смотрится. Вот. Ну, а это Максик. Привет.